В Украине упало производство водки. За месяц производство снизилось на 15,8%. Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в октябре 2017 года к соответствующему месяцу 2016 года сократилось на 15,8%, составив 1 165 тысяч декалитров, дал. Об этом в среду, 22 ноября, сообщила Государственная служба статистики в отчете по промышленному производству в Украине. К сентябрю 2017 года производство водки уменьшилось на 2,7%. За 10 месяцев было произведено 10,7 миллионов дал, что на 16,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Производство коньяков и брендов в октябре 2017 года увеличилось на 5,5% по сравнению с октябрем 2016 года и составило 249 тысяч дал, в сравнении с сентябрем 2017 года, выросло на 22,3%. Производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек и других спиртных напитков в октябре этого года против октября прошлого года выросло на 48,4% и составило 569 тысяч дал, в сравнении с сентябрем текущего года, увеличилось на 18%. Производство пива солодового, не включая пиво безалкогольное и с содержанием алкоголя менее 0,5%, в октябре 2017 года в годовом исчислении выросло на 21,1%, до 11,8 миллионов дал, в месячном, сократилось на 3,6%. Напомним, производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в июле 2017 года к соответствующему месяцу 2016 года сократилось на 12,1%, составив 897 тысяч дал. По материалам сайта newsgro.com.